Бумажные самолетики с 5000-ными купюрами на борту, может быть, и вылетали из окон центрального офиса ВКонтакте, но наглядного подтверждения того, что деньги в народ запустил именно Павел Дуров, нет. На снимках, которые опубликовали блогеры, основатель популярной социальной сети лишь мирно выглядывает в окно, и не больше. Хотя на вопрос «Павел, зачем вы выкидывали деньги?» в своем микроблоге Дуров написал. Коллеги решили поддержать атмосферу праздника в виде небольшой акции, но пришлось быстро прекратить. Народ стал звереть. А это уже кадры с камер наружного наблюдения, на которых зафиксирован момент, когда толпа людей бросается к дому Зингера, чтобы поймать летающие деньги. Из центрального офиса ВКонтакте на Невский проспект, по рассказам очевидцев, приземлились около 10 купюр, достоинством 5000 рублей каждая. За деньги Дурова люди чуть ли не в рукопашную пошли. На акции Дурова и компании народный избранник удалил свой аккаунт с сайта ВКонтакте. Роман Закурдаев, Ирина Трегуб и Елена Баранова. Последние известия. Петербург.